Ой-ой-ой, суета-то какая! Сотовый, что? Бан! Блокировка аккаунта навечно! Бан! Всем привет, на связи Chainsaw. Значит, сейчас принесу минуточку пояснительной бригады. Вместе с обновлением к нам завезли новую систему улучшения декора, красок и даже наклеек. Примерно через 2 минуты после патча мы с Домингой уже сидели и все это дело улучшали. Но а что из этого получилось, вы увидите дальше. Кстати, там произошел один такой небольшой фейл с записью, но самое важное и вкусное замантикамлено и заснято. Смотрите видос до конца, приятного просмотра. Так, ну что ж, на связи бензопильный летсплейщик Чейнсова. Значит, приехала в пустошь к нам путеводная звезда, вот эти железнодорожники привезли новый батл пасс. Но сегодня, как я думаю, вы поняли по названию ролика, мы поговорим не об этом, мы поговорим о переработке улучшений. Ее тоже завезли вместе с обновлением. И чтобы было, так сказать, поинтереснее все это дело улучшать, перерабатывать, сегодня со мной Доминго. Привет. Еще Доминго живое. Еще раз скажи. Не, ну скажи реально, что ты сейчас микро? Ты его в жопу засунул? Нет, нормально все. О, здравствуйте. Еще раз поздоровайся. Всем привет. Поздоровайся нормально, привет. Чтобы, блин, ну, всем приятно. Привет. Все, красавчик. А, в общем, с помощью магии монтажа вы сейчас будете наблюдать экран Доминги. Опа, магия где-то сейчас задействована, наверное, если я смогу, а вдруг я рукожоп ничего не сделал. В общем, сегодня у нас будет 30, так сказать, улучшений, переработок всяких разных. Попробуем и легендарные красочки поулучшать, вот видите, сколько у нас фиолетовые. Наклеек мы очень много с Доминго понакупали, прям вообще до хрена, ну, я думаю, вы сами видите. Также декор. Так, ну давай, Доминго, чисто такая разогревочная, разрывная, с наклеечек начнем, наверное. С белых? Нет, белую, блин, жалко, тут бомбвин. Нет, давай синие наклейки. Не, да, значит. Окей. Так, 5 штук просто выбираем. Все. Здесь, короче, кабан может выпасть, и получается... А, нельзя продать его. Так, все, готов? Подожди, нет, не готов я, ты чё, не видел? Да, я вижу. Я на втором мониторе просто, друзья, открыл это. А, у Доминги меди нет, он меди не закупился. Короче, давайте пока объясню. Стоит это все дело 7 монет, 500 металлома и 500 меди, да? И всегда вот получается после переработки можно получить один из следующих предметов. Всегда это дефолтная, как я понял, ротация предметов, то есть... Она не изменяется в зависимости от того, что мы сюда суем. Вот в данный момент мы засунули синие наклейки. Вообще там по краскам, что, готов? Давай, да, первая готов. Переработочка пошла. Так, ну чувствую, это будет долго. А, мне ремкомплекты выпали. Да, мне тоже. Не, это не ремкомплекты, Доминго. Ладно, ладно. Так, давай краску засунем фиолетовую. Вот, смотрите, то есть мы сейчас улучшили наклейки, сейчас давайте совываем красочки, получается, сюда, вот это вот так. Здесь могут выпасть, смотрите, материал хром, золото, да, вот самое, наверное, прикольное, что может сделаться, да. И получается, это все дело для продажи, то есть как вот наклейки в прошлый раз продать было нельзя, а сейчас вот эти краски можно продавать. Ну что, можем поймать разрывную, готов? Погнали. Так, ну, о, мне краска, короче, выпала, которая была с Twitch Drops. А тебе опять особые купоны. Понял, принял. Так, ну давай, предлагаешь, что ты хочешь сейчас. Ты открыл краски и читаю, а где фиолетовые? Мы 10 штук всего закупали, что ли? Да, 10 штук фиолетовых у нас. Обидно. Ну давай начнем, блин, наклеек все-таки синих, надо пока синие открывать. Ну давай, у нас наклеек до хрена, да, наверное, красочки напоследок, все-таки красочки, там может попасться такая лютая, все, давай, нажимай, потому что вот если дело это все растягивать, то будет долго, о, мне лыба выпала, а тебе опять купоны до инка падают, понимаю. Да. В общем-то, друзья, еще, кстати, давай также по синим наклейкам, хочу сказать, что в этом обновлении переработали двигатели, изменили им перки. Вообще планировал следующий ролик по крафтам сделать. О, ты уже мешаешь, я тоже. Я уже. Тебе чуть. Легендарный купон выпал. А мне улыбка выпала. Нельзя продать, кстати, не для продажи. Уникальная. Так, у меня еще на синих хватает.
Вот. Хотел, планировал следующий ролик по крафтам сделать, но из-за того, что из меня двигатели... Нажимай переработку. Из-за того, что из меня двигатели, решил отложить это все дело, потому что ну, нецелесообразно строить крафты. Опять тебе легендарный купон мусорщиков. Ну, кстати, я не знаю, насколько актуальны вот эти купоны, потому что они относятся конкретно к какой-либо фракции. Так. Смотри, кстати, наклейки-то тоже можно запихивать эти. Ну, не ты уникальный не пихай, ну, которые вот такие приколдесные. Все, давай, перерабатывай сразу. Сразу переработочка идет. Блин, вот... О, мне значки механиков выпали. А, тебе ящик. Блин, ну самое ценное пока что падало. Мне кажется, вот у меня падали наклейки не для продажи. Улыбки всякие. Интересно, их могу переработать? Подожди, не пихай. Где они? Вот, улыбы фиолетовые. Они, в принципе, нормальные. Они, типа, с турниров как-то выигрывались, как-то где-то раздавались. В принципе, норм. Так, гражданский противогаз мы не пихаем. Все, готов? Погнали. Конечно, сбился со счету, но примерно мы вчера с Доминго... О, у меня фиолетовый купон выпал. Примерно мы с Доминго вчера подсчитывали, и это все дело выходит на 30 улучшений. Вот. Еще синих, да? Ой, у меня красавт крашнулся. Понимаю, подождите, секундочку. Сейчас подключение поймаем. Короче, самое страшное, что могло произойти, случилось. У меня вылетает кроссаут, запись, соответственно, тоже слетает. Ну, я думаю, что запись не слетает, она дальше продолжается. Я, в принципе, открываю кроссаут, и дальше мы продолжаем перерабатывать наши с Домингой украшения. Но, как оказалось, запись не шла. За это время мы получали эпические наклейки и легендарные наклейки, и реликтовые тоже некоторые посували туда. В общем-то... Доминги ничего такого не выпало с наклеек. Мне выпал вот дикий кабан, леди Айви, утка воин. Соответственно, там еще у Доминги расширение чертежей попадало с наклеек. Ну, и легендарный купон, в принципе, не учитываем. Не, ну вы понимаете, ну, какой-то рофл. То есть мы, не знаю, минут где-то 7, наверное, в холостую поулучшали наклейки вот эти. Эпический, легендарный. И просто запись прекратилась из-за того, что кроссач вылетел. Блин, ну это капец, конечно. Я дико извиняюсь, но в принципе ничего такого жесткого не выпало. Единственное, что мы пару раз уже краски улучшили, пока запись не шла, и Доминге выпало шаблон опасность за 2500. Да, мне хватит, говорит. Ладно, давай, перемешать. Блин, раньше можно было смешивать, сейчас перерабатываем. Ой-ой-ой, суета-то какая. Ля, ну слушай, в принципе, она так-то стоит дорого, по идее. Капец, конечно, печальные вот эти вот всякие проблемы. Я дико извиняюсь, но, в принципе, еще красочки остались для улучшений, плюс декор есть. Ладно, в общем-то, Доминго затарился. Я до сих пор, знаете, пребываю в неком шоке, потому что, ну, мы получали достаточно фиолетовых всяких наклеек. Ладно. Так, легендарный. Давай легендарные краски смешиваем, окей. Можно, кстати, смешивать и даже реликтовые. Все, давай, погнали. В принципе, шансы на золото и хром большие так-то. Давай. Раз, два, три. Ну, зато, короче, ролик будет. Единственный плюс. Золото! Золото вы! Что? Доминго! Ты что творишь? Какое разрывное... Ты реально... Бля, продавай быстрее. Пиздец. Но только на него нет предложений. Точнее, запросов. Пацаны. Ебать. Пиздец. Доминге выпало золото, чтобы вы понимали. В Доминге впервые за 2 года вернется обратно тайфун, если у него кто-то золото купит. Пацаны, если кто смотрит... Так, ребята, ну, у меня опять вылетел кроссаут, и, соответственно, ну... На этот раз-то все записалось, запись я проконтролирую. Доминги, золото упало. Золото. Ребят, за это, я думаю, стоит реально поставить лайк. За вот этот фейл, что не записано момент, где мы улучшали наклейки. Ну, в принципе, он не записан. Ничего страшного, потому что там ничего такого не выпало. Да, мне выпали 3 легендарные наклейки, но это ничего. Ну, по сравнению с тем, что, блядь, Доминги дропнуло из золота. Это просто разрыв шаблона получается опасности. И опасность, и золото. А что это за лакер? Блин, а можно мне, пожалуйста, ну, что-нибудь хотя бы там хром? Я как бы не претендую. Ну, да, эпический, как бы, этот самый... Кто он? Купон.
Понимаю, понимательно происходит. Ладно, у меня остались сейчас реликтовые краски. То есть, по идее, ну, чисто в теории, с реликтовых... О, подожди! Я надеюсь, я случайно не засунул этот... Как его? Черное золото. Я, походу, черное золото случайно мискликнул. Потому что у меня его нет. Ладно, ладно, надеемся. Пожалуйста, пожалуйста. Хром, хром. А, ремкомплекты. Спасибо, спасибо. Обожаю. Ладно, Доминка, ну на самом деле, да, я типа, конечно, мне ничего не выпало, но в принципе я за тебя рад реально. Потому что ты бомж, у тебя один тайфун. А, черное золото. А, у меня оно используется. Подождите, сейчас. А, подождите, может, матрас добра можно улучшить? Секундочку. Да, матрас добра можно в крафт засунуть, прикинь. Не, ну. Реально, смотри. Триша может сделать, лол. Не, такое я не буду делать. Сейчас такой же аккуратно нажимаю, минус краска тупо самурайская. Да, такое как бы обидно. А где еще? У меня тоже. Давай декор, декор. Декор. О, можно, кстати, проектор и голограмм сувать. Так, ну, с декором, кстати, там не такой большой окуп на самом-то деле. Ладно, я просто солянку сделал. Солянку и в путь, как говорится. Главное... О, колонка, да Доминго, что тебе прет? Ну, типа, колонка, ладно, она там недорого, наверное, стоит, ну, все равно, да, это... капец. Колонка, это нормально, что ли? Ну, я не знаю, ну, не, самое, не самое кринжовое, что может упасть. А, 66 монет, нихуя, сейчас белых. Ха, с белых? Понимаю, понимаю, понимаю. Я просто, что мне попадается, в принципе, а это какое было вообще? А, это фиолет. Так, я фиолетовое сую. Ладно, я белое пока сую. Колесо выпало. А, понимаю. Мне значки механиков. А, то есть это плохо, что хорошо, что колесо выпало, да? Да, да. Вы посмотрите, наверное, подумаете, вот, Доминго, золото выбил. Давайте я тоже куплю сейчас, и мне выпадет. Нет, ну, считайте, мы так-то много открыли. Вы не видели, сколько мы, на самом деле, этих наклеек поюзали перед тем, как у меня вот попадали вот эти вот легендарные. И, ну, красок, да, мы немного, я действительно, немного, но при этом, при всем, надо понимать, какой мизерный шанс, и вот то, что я, допустим, на 4 косаря в минус ушел, то есть Доминго пусть окупился, причем неплохо, но я-то ушел в минус на 4 косаря, поэтому вы можете быть как Chainsaw, и вам не повезет, и как бы останетесь ни с чем. У меня-то есть склад, в принципе, чтобы что-то... Для этого делаем? Да, давай, последнее, я думаю. На эту запись. Ну, блин, это люто, это просто люто, что тебе золото упало. Давай, раз, два, три. Сейчас еще, знаешь, гудок как этот, кукарачи или еще что-нибудь выпадет. Ну ладно, нет. В общем-то, 55 тысяч в сумке у папы в складах. Ушел я нормально в минус, так сказать. Но при этом я рад за Доминку, потому что, как я сказал, выше у него, блин, там чисто один тайфун от Цунамы, еще когда мы вчера закупались, такой, блин, вот я вот потратил опять 3 косаря, вот опять мне до тайфуна долго. И сейчас надеемся, что золото у него купится. Ну, что, Доминка, ты рад своему открытию? Блин, тебе еще и опасность, что ты опасность не продаешь? Она тоже будет дешеветь сейчас. Ну ладно, за 2000. Да, скидывай, потому что она будет дешеветь. Сейчас много кто будет юзать. Сейчас будет дефицит, ребят. Хотя, знаешь, она может и не дешеветь, потому что станет дефицит. Дефицит красок. То есть все сейчас посмешивают, краски поудаляются, и все. И нечего будет улучшать. Смотрим. Ну, опасность-то ладно, что продам уж. Опасность, да. Да не, золото по-любому подешевеет, потому что золото раньше, оно прям... выбивалось, там, сколько надо было, 1010 потратить, чтобы его попытаться выбить. Сейчас ты можешь потратить, блин, 500, ну ладно, косарь монет, чтобы его попытаться выбить. Ну, опять же, навряд ли вы найдете краски. Ладно, в общем-то, спасибо за просмотр, не знаю, насколько выйдет этот видосик, но я думаю, он полон как и негативными, так и положительными эмоциями, да, когда золото выпало, когда запись прекратилась, да, из-за вылета кросса. Что, Доминго, давай, последнее твое слово на сегодня. Последнее мое слово. Купите золото у меня, пожалуйста. Вот так. Спасибо. Вот. До свидания. До свидания.